канун новогодних праздников журнал «МКИДС» для детей и подростков проводит фотосессию для героев обложки издания. В зимнем выпуске редакция журнала готовит сюрприз для читателей – новый проект «Месседж миру», в котором дети расскажут о том, что их волнует, и о том, каким они видят мир. Я желаю вам в этот счастливый праздник много тепла и здоровья. На фотосессии Лера в сказочной роли принцессы. Мастер Сергей Запорожец выбирает лучшие ракурсы для новогодней съемки. Костюмы для детей подобраны в бутике «Даниэль». Атмосфера новогодней сказки располагает героиню к мечтам и рассказам о себе. Я увлекаюсь много чем, флейтой, балетом и много чего другого. 6-летний Низами учится в школе для маленьких гениев «Нанобос», и у него есть свой месседж миру. Он адресует его всем взрослым и детям. Чтобы они были здоровы, чтобы у них было много игрушек, чтобы они были счастливы, чтобы у них были родители. Герои обложки журнала «МКИДС» ожидают Новый год с нетерпением. Это праздник, потому что там можно дарить много игрушек и можно наряжать елку. Подробнее о главных героях читайте в зимнем выпуске журнала «МКИДС». И пусть Новый год принесет волшебное настроение и много счастливых историй.